перекрестке в сторону Алексеевки. Водяны и новая дорога на Сороке. А эта дорога в сторону Кишинева, Гурокаменки. О, первый едет. Вот, маршрутка наша поехала в сторону больницы. Пустая, а мы идем пешком. Вот это написано: осторожно, газ, и не курите. Вот такая красивая у нас станция газовая с краном. Вообще прелесть. Можно сфотографировать. А вот тропиночка, а вот дорога. Ну, дорога, она ни в куда не ведет. Просто здесь приезжают отдыхающие. А этот парк называется Комсомольский парк. Его сажали комсомольцы. Между прочим, наш класс сажал в 87-м году. Вот тут с тех пор кусты выросли. Вот здесь вот сирень. А там елки. А там... березы дальше. Птицы поют. Вот тогда нас привезли, были уже ямы вырыты. Уже были ямы вырыты трактором. И мы сажали вот эти деревья. И дали нам лопаты. Мы лопатами их закапывали. Вот какой красивый. Вот. Там еще тополи есть. А там линия электропередач высоковольтная. Но ее уже потом построили. Здесь шиповник. Это клен. Это елка. Там березы. А это вот интересный. Интересный это. Какой-то... клен, но он какой-то модифицированный, геномодифицированный. Вот. А это ударили морозы, молодой клен не успел сбросить листву. Вот там маленький барчик. Вот еще одна дорога к озеру. Ну, озеро высохло. Вот. Вот она какая дорога, видите? Да, те, кто родился в СССР, комсомольцы, была песня такая. Комсомольцы, добровольцы. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Ой, много песен было. Пел серепади сори, колбине ледяной. А мне шито сарбаторе, ураль, арвециной, арвециной. Да. Строители новой жизни, это мы так пели. И что мы построили? Великая, великая была вера у коммунистов. Ну, можно сказать, что коммунизм — это та же самая религия. Вот. И были тоже, как в церкви, крестики носят, так символ. Миром правят символы. Так мы носили галстуки красные. Ну, это у нас пионеры назывались. А вот в Польше харцеры были. У них тоже были свои галстуки. И Люда, моя сестра старшая, переписывалась с Польшей. И были Яник. Вот, друг у нее Яник был. Вот. Посылали друг другу марки, фантики. Ой, ей даже разговорник. Но это в переводе называется переводчик, разговорник по-польски. Она выучила польский язык. Между прочим, разговаривает по-польски свободно. Моя старшая сестра. Вот. Где-то он есть, польский разговорник.
я что помню, они там посылали ей фотографии с Гданьска, с Варшавы. Там в Гданьске Висла течет река, и такие красивые замки. Ой, все. Ну, все, дорогие мои друзья, давайте. У меня заряд заканчивается. Пока-пока. Всего хорошего.